нет, я болею, но можем покупаться на лодочке. Давай, я буду очень рада. Пошли. Вот мой бассейн. Тут купаешься и купается Веном. Ой, какой огромный бассейн. Мне здесь так нравится. Веном, тебе здесь тоже нравится? Да, мне здесь очень нравится, потому что он большой и такой хорошенький, чистенький. Пойдем тогда прокатимся на лодочке. Ой, как классно. Я никогда не купался на такой лодке. Вау, это круто! Я знаю, я уже купался тут. Я же говорил, бассейн хорошенький, лодка тоже. А ты заметил, какая сегодня хорошая погода? Солнце так светит, как раз для того, чтобы гулять и купаться. Да, конечно, небо синенькое, солнце жёлтенькое. Веном, ты, наверное, так же хорошо плаваешь на море? Да, тоже, я плаваю на море с моим хозяином, а то один он мне не разрешает. А тебе нравится купаться на волнах? Да, там такие волны большие, на них хочется кататься. Ой, как тепло, ты так ко мне прижался, я так нагрелась, тебе тоже тепло? Да, очень тепло, очень жарит солнышко. Мне здесь так нравится, я никогда так хорошо не отдыхала. Ой, как ты меня там чешешь за ушком, мне так приятно. Да, я смотрю, не кусают тебе комары или нет, просто меня очень сильно кусают. Ой, так тепло, ты так положил мне свою головку, мне так нравится. Да, я всегда люблю двигаться, как ты тебе уже это говорил. Тебе что, холодно, ты так прижимаешься? Нет, это я просто так люблю. Ой, так тепло, так классно, мне так нравится. Мне тоже очень прям тепло. Хорошо, что моя хозяйка увидела твое объявление. Я думаю, что ты скоро поправишься. Да, я думаю, что я скоро поправлюсь. Стефан, наши свинки уже согрелись. Давай их вытащим. Да, они уже сильно перегрелись. Джуди, Веном, идите к нам. Веном, иди сюда, Веном. Давай, иди, давай, давай. Ой, Веном, как мне понравилось кататься на лодочке. Мы так прокатились, и солнышко нам светило. Да, было очень жалко. Мы катались очень быстро, да? Веном, а у тебя есть еще что-нибудь водное? Ну, да, конечно, у меня есть джакузи. Давай тогда скорее туда пойдем. Давай. Ой, мне так нравится. А тебе нравится? Да. Давай побрызгаемся. У-ху! Ой, как весело. Ты весь мокрый. У-ху! Получай. Я держу победу. Ты весь мокрый. Ой, как тепло. Мой животик согревается. Мой тоже теплота. Ой, сейчас мы быстро высохнем. Да. Ой, Веном. Ой, а можно здесь пипи? Нет. Иди в кустики. Ладно, а ты меня проводишь? Конечно, давай. Пойдем скорее. Ой, как мне нравится. Здесь мне я сделаю тоже. Пипи. Я тоже. О, как хорошо. Солнышко светит, так греюсь мне я. Мне тоже. Ой, как мы повеселились. Ой, травка такая вкусная, да. Мне так нравится. Такая зеленая, сочная. Ням-ням-ням. Ой, мне так понравилось. Ой, давай пойдем на пляж, на песочек, позагораем там. Ой, а тут далеко идти, а то я немножечко устала. Нет, тут еще чуть-чуть, и мы уже будем загорать. Хорошо. А можно с тобой? Ну давай, попробуй, если мы поместимся, конечно. Да, давай. Ой, поместились. Ой, как мне тепло. Ты так греешь меня, и солнышко греет. Да, я очень тебя сильно грею. Я пытаюсь найти хорошее местечко, где я позагораю. Хорошо. Спасибо тебе большое, что привел меня на пляж, покупал в джакузи и в бассейне. Ой, Веном, я забыла у тебя спросить, а кто твой любимый писатель? Мой любимый писатель? Хомячков Петрович. Ой, какое смешное имя у него. А я не знала про такого писателя. А это знаменитый такой писатель. Очень смешной, ну, в общем, смешные сказки.
твой любимый писатель? А у меня Сосисон Пердосевич. Да, это такая смешная свинка, писатель. Кто твоя любимая певица, Вена? Хома Бузова. Какое смешное у нее имя. Да. А моя любимая певица Хома, да, это тоже такая смешная свинка-певица. А похоже на мою любимую певицу имя Хома, да. Да, очень похоже. Хома, да. Хома Бузова. Свинки-певицы. Свинки-певицы. Как смешно. Ой, я уже согрелась, мне так жарко. Веном, давай наденем наши шляпки? Давай, мне тоже очень жарко. Ой, как хорошо. А ты больше не болеешь, Веном? Нет, уже хорошо себя чувствую. Хорошо, когда мы придем домой, я обязательно измерю тебе градусником температуру. А если будет все хорошо, я уже могу отдыхать. Ой, Веном, что-то мне захотелось попить. У тебя есть какой-нибудь коктейль? Да, мне тоже. Давай закажем. Давай. Ты какой любишь? Я люблю ананасовый. А я люблю яблочно-морковный. Ой, как вкусно. Давай уже заказывай. Давай. Принесите нам коктейль. Принесите нам коктейль. Один ананасовый и один яблочно-морковный. Вот. Смотри, это, наверное, мой коктейль. Яблочно-морковный. А это твой. Да, ананасовый. Как вкусно. Вкуснотища. Запью-ка я морковку коктейля. Очень вкусно. Ой, попробую-ка я зеленую травку. Какая сочная. Поем-ка я еще вкусненькую травку. Нет, это моя травка, нет, моя. Ну поделись, тебе что, жалко? Ну, конечно, у тебя своя здесь. Давай, поешь свою. Ты что так к моему коктейлю привязалась? Ой, так мне понравились особенно эти фрукты и морковка. Мне тоже, очень сильно. Мы так хорошо провели время. Да. Ой, а я забыл бы мой подарок, который я тебе готовил. Так, он дома. Пошли уже домой, я тебе его подарю в подарок. Да, конечно. У меня для тебя тоже есть подарок. Вау! Давай обнимемся. Давай, обнимашки. Уху! Ой, какой здесь беспорядок! В этой комнате ты живешь, Стефан? Нет, тут живет мой Веном. Давай скорее наведем здесь порядок. Да, давай, а то тут какой-то уже настоящий беспорядок, а не просто. Чистота и порядок. Спасибо, что помогла, Джуди. Было очень круто, спасибо. Давай обнимемся. Давай. Тяк-тяк-тяк-тяк-тяк. Вау, конфетки. Я люблю конфетки. Это вкусняшки специально для тебя, Веном. Как вкусно. А что ты мне подаришь, Веном? Да, конечно. Вот, держи подарок, открывай. Это что, духи? А тебе нравятся духи? Да, я обожаю духи. Ты прям угадал. Да, я люблю угадывать вещи. Сейчас я побрызгаюсь. Пш, 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 пш. Как они вкусно пахнут. И тебя сейчас побрызгаю. Как они вкуснее пахнут. Вкусен ромашки. Спасибо тебе, Веном, огромное, за то, что мы так весело провели с тобой время. Мы столько всего сделали! Да! Мы гуляли на улице. Мы купались в бассейне на лодочке. Мы мочили ножки в джакузи. Да, и мы еще даже загорали.
пили вкусный коктейль и ели много-много сочных фруктов. Да, и дальше делали хорошее дело. Убивались в комнате. Да, мне очень понравилось с тобой убираться. Как хорошо, что я увидела твое видеосообщение. А как называется твой инстаграм? Stefan.blog. А как называется ютуб канал? Stefanchico TV. Ой, как классно, я обязательно зайду посмотреть твои видео. Подписывайтесь на канал. Спасибо тебе, Венум, за проведенное время. Мне так понравилось. Мне тоже очень понравилось веселиться. Я очень рад, что я выздоровел. Но мне пора уходить. Давай напоследок обнимемся. Давай. Ребят, я вам еще много расскажу о моей жизни с моим хозяином. Ну что, ребята, ставьте много лайков, подписывайтесь на мой канал и всем пока!